Привет, ребята! С вами Вовкин, и вы на канале Мультикекс. Сегодня мы с вами поиграем в игру «Маша-доктор». Так, и вот у нас тут есть все больные. Мишка, волк, козочка, хотя это больше похоже на козла, по-моему. Ёжик. Так, кого будем лечить? Конечно же, начнем с Мишки. Смотрите, он в репьяхах весь какой-то. Эх, прокачу. А как же лечить? А тут у нас мини-игра, оказывается, включилась. А я думал, лечить уже будем. Может, для того, чтобы лечить, нужно сначала в мини-игру поиграть? Я не знаю. Я только начал играть в эту игру. Так, что там? Послушать надо Мишку. Слушаем. Выдыхай. Конфеты тебе за это. Так, что там теперь? Ушки почистить надо ватной палочкой. Так, одно, второе ухо. А Мишка сидит, терпит, молодец. Теперь таблеточку, оп, водичкой надо запить. Ой, давай быстренько запивай, запивай. Миша. О, хорошо. Подарок выиграли. Так, какой же подарок выбрать? Давайте вот этот, первый. Тру-ля-ля. Тарелка выигралась у нас. Так, это нам не надо. Мишка нуждается в отдыхе, ну пускай отдохнет. Так, скорая с волками поехала за новыми больными. Давайте волка вылечим. Смотрите, где он лазил, непонятно. Но весь какой-то он больной с виду. Скорая едет уже. Скорая на помощь едет. Сейчас вылечим волка. О, приехали. Мини-игры легенькие. Так. Где наш больной? Так, это что нам? Нужно набирать с собой конфеты? Хе, интересно. Зубки. А-а-а, он ел много конфет, и поэтому у него зубки болят. Давайте сначала сделаем укольчик ему. Обезболивающее, чтобы не было больно. Вот так. Ну а теперь будем чистить. Чистим, 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 чистим. Чистим, чистим щеточкой. О! Что, все, полечили? А, да тут у волка куча зубов проблемных. Представляете, ребята? Смотрите. Нельзя много конфет есть. А он, наверное, этого не знал. О! Еще вот серенький зубик, надо его тоже почистить. Теперь зубной пастой надо. Или это что, это бальзам какой-то для зубов? О, все. Вылечили волка, что ли? На тебя конфетку. Только полечили зубы и опять конфеткой его угощаем. Вот это да. Мазь от ушибов. Пригодится. Так, интернета у нас нету. Так, волк отдыхает. Довольный, зубки все полечили. А Маша снова бежит. Едет, вернее, еще кого-то лечить. Давайте козочку теперь полечим. Так, надо же доехать до нее еще сначала, до этой козочки. Не врезаться бы, давайте врежемся разик. О, врезались, приехали. Так. Волки, давайте быстрее едьте. Козочку спасать надо. Так, что же нам с собой взять? Что это, какие-то шарики, я не знаю, что это такое. Еще что-то за 20 конфеток можно купить. Это что? Я не знаю. Давайте еще вот эту возьмем. Так, а что это такое? А ну, открывай, козочка, ротик. Скажите, а-а-а. Так. Что эти надо делать? Глазки надо закапать. Козочка, наверное, плохо видит. Наверное, старенькая уже. Наверное. Так. Готово. Это что такое? О. Это банка, что ли? А, надо ей поставить банки.
Сейчас мы тебя, козочка, вылечим. Сейчас мы тебя залечим. Будешь у нас... О, и медок. Хлебай с молочком. Давай, пей. Выздоравливай. А то, ишь, раскисла вся. Подарок выбираем. Давайте же, какой же подарок выберем, ребята. Вот этот первый хочу. Что это? Бинт выиграли. Так, видео нам смотреть не надо, пропустим. Так, козочка тоже спит, довольная. Полечили мы тебе ее. Кого теперь лечить будем? Ежика. 1200 конфеток стоит. Заяц. Угу, угу. Еще можно много кого лечить. Но у меня сейчас нету этих всяких конфеток. Смотрите, ребята, тут все герои из серии из мультика про Машу. И всех их можно лечить. Все они где-то лазили, все заболели. Ну ладно. Мы их вылечим в следующей серии. А я с вами прощаюсь. С вами был Вовкин. Подписывайтесь на канал. Канал называется, кстати, Мультикекс. Ставьте лайки. Всем пока-пока.